Я имею честь от имени Оргкомитета 8-го форума от науки к бизнесу и его организаторов от имени ученого совета Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики поздравить вас с началом работы. Наш форум уже проходит 8-й раз, и, безусловно, каждый раз мы прорабатываем вместе с программным комитетом те тематики, те темы, которые будут интересны как представителям академического сообщества, высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций, так и бизнесу и власти. В этот раз мы остановимся на нескольких темах, которые волнуют, безусловно, нас. Это трансформация системы высшего образования, которая проходит не только в России и в мире. Это посмотреть на те изменения, на те тенденции, на те тренды, которые проходят в системе высшего образования, взаимодействие с открытым рынком труда, с представителями власти, посмотреть те инновации и инновационные решения, которые предлагаются как молодыми, так и более опытными нашими коллегами со стороны бизнеса и со стороны академических кругов. Будут, на мой взгляд, интересные круглые столы. Если говорить об участниках, то действительно наш форум расширяется, принимает участие в нашем форуме представители более 50 городов из Российской Федерации, наши зарубежные партнеры, коллеги из Соединенных Штатов Америки, из Финляндии, те спикеры, которых мы пригласили и которые согласились принять участие в нашем форуме, я думаю, как и спикерам аудитория понравится, она действительно активная, целенаправленная и заточенная как раз на получение конкретных абсолютно результатов, но точно так же и участников нашего форума, которые будут слушать спикеров. Безусловно, интеллектуальная капитализация, она возрастет. Я уверен, что вот те 3 дня, которые вы проведете активно на форуме до 16 числа, которые тоже закончатся подведение молодежного конкурса, вручение призов, я вас приглашаю на закрытие форума, который пройдет у нас. Закрытие, может быть, не торжественное, но очень будет красивое. Проводится конкурс Miss Etmo 2014 в Music Hall, это в историческом центре нашего города. И вот, наверное, такой мажорной на ноте красоты и любви мы завершим наш форум. Желаю вам всем успешной работы и успехов. Спасибо.